Ну вот мы с вами наконец добрались и до третьей новой модели Ява. Причем именно Ява 350 OHC, которая на некоторых рынках имеет приставку Prima, была представлена самой первой. А потом уже на ее базе появились Ява 350 OHC Scrambler и Ява 350 OHC Special. Об этих мотоциклах выпуски выходили ранее. Кому интересно, ссылки я оставлю в описании. На официальном сайте компании этот мотоцикл имеет название просто Ява 350 OHC, без всяких приставок. Давайте рассмотрим эту модель поподробнее и узнаем, чем она так примечательна. Как уже упоминалось ранее, причиной выпуска новой модели Ява 350 OHC стало то, что возрожденным ранее двухтактным мотоциклом Ява 350 Premier путь в Европу по понятным причинам закрыт. Поэтому в компании было принято решение выпустить четырехтактную Яву, которая соответствует современным стандартам Евро 4. Чехи пошли на хитрость и за основу нового мотоцикла взяли воплощение легендарного классического дизайна в популярном стиле Ява 350-634, который серийно выпускался в 70-х и 80-х годах. Причем в названии фигурирует число 350, напоминающее о легендарном мотоцикле, хотя мотор на самом деле 400-кубовый. Чтобы подчеркнуть в названии модели использование современного двигателя, на бардачках красуется буквенное обозначение OHC, которое расшифровывается как Overhead Camshaft и означает, что четырехтактный двигатель имеет верхнее расположение распределительного вала. Китайская силовая установка Shinrei, которая копирует аналогичный двигатель Yamaha, устанавливается на различные мотоциклы с Поднебесной. Этот одноцилиндровый двигатель объемом 397 кубических сантиметров выдает 27 лошадиных сил максимальной мощности и 30 ньютон-метров крутящего момента. По паспорту Ява 350 OHC способна разогнаться до 130 км в час. Мотоцикл имеет 5-ступенчатую коробку передач и средний по объему топливный бак, который всего на пол-литра больше, чем у скрэмблера, и составляет 12,5 литров, два из которых резерв. Напомню, самый большой бак в 16 литров у модели Special, стилизованный под спортбайк 60-х годов. Средний заявленный расход топлива 350 OHC 4 литра на 100 км пути. Подвеска мотоцикла, как и у всех моделей, нерегулируемая. Состоит из передней телескопической вилки с ходом в 150 мм и двух амортизаторов сзади, которые имеют ход в 80 мм. Ява 350 OHC оборудована тормозной системой, которая состоит из 280-мм диска с ABS спереди и 160-мм барабана сзади. Помимо электростартера присутствует и кикстартер. Сухая масса мотоцикла 160 кг. На начале продаж на родине за новенький мотоцикл просили 3750 евро, что в районе 325 тысяч рублей.